Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня будет речь о помело. Помело Валентина. Красное мясо и сладкий, вкуснейший сорт. Давайте подробно. Помело Валентина – это гибрид нескольких растений. Сила роста у него хорошая. Растет вертикально и хорошая сила роста. Как для дерева помело, то лист у него не крупный и не крупные цветы. Листья вот такие заостренные. Вот его листья. Как для помело, то они довольно такие мелкие. Цветочки тоже не крупные, похожи на апельсиновые. Ну, такая вот апельсиновая форма цветов. Аромат, конечно же, жасминовый. И узкая крылатка. То есть такая узенькая, тоненькая крылатка у него. Вот бутоны. Цветы и листья так выглядят у помело Валентина. Само дерево довольно-таки рослое, привито на хороший подвой. Прививка моя. И привит он был, вот смотрите, 13-11-16 года. За это время он хорошо вырос. Хорошая крона у него развитая. И это второй урожай. В этом году он начал раньше немного цвести, выбросил бутоны и, конечно же, сбросил плоды. Плоды у него вот такая форма плодов. То есть, как для помело, она у него не крупная, не круглая, не огромная. Плоды у него поменьше немного. Плоды зависят от возраста и от удобрений вашего растения. В прошлом году плодов было побольше, это был первый урожай, и плоды были крупнее. В этом году поменьше и плоды немножечко меньше. Кожура у них желтая, вот такой характерный у них хвостик, попка как бы. И так вот растут такие плоды на помело Валентина. Вот на солнышке у него такие желтые плоды. Другого цвета они не становятся, ни оранжевые, ни красные, несмотря на то, что сорт сам красный мясой. Кожура у него желтая. У меня два плодика помело этого, поэтому давайте взвесим. Вот маленький плодик 190 грамм. Большой плод затянул 442 грамма. Это даже не крупные плоды, они как бы маленькие по сравнению с прошлым годом. Вся красота в мякоти этого сорта. Кто с кем гибрид, я напишу в описании, потому что так прям вот навскидку я не помню, кто там с кем гибрид. Вот такие плоды красное мясо внутри, и даже несколько есть семян. Удивительно, но в прошлом году семян не было, и в других плодах этого года тоже не было. Это первый раз попались семена у этого сорта. Вот смотрите, какая у него сочная мякоть. Мякоть очень сочная, пленки тонкие, мякоть нежнейшая, вкусная и сладкая. Что выбивает его из как бы общей картинки о помело? Мякоть нежная и очень сочная. Это не предел насыщенности. Он может быть намного краснее. И в прошлом году были намного краснее плоды. Вот такой он обалденный. Давайте на солнышке посмотрим. То есть смотрите, насколько обалденная у него мякоть. Соковые мешочки развиты очень хорошо. Сочные. Сок прям капает и течет. И он сладкий. Чувствуется легенькая-легенькая кислинка. Сорт очень сладкий и очень вкусный. Вот плоды, листья, цветы. Вот так выглядит помело Валентина. Растет мой экземпляр в горшке. Горшок примерно 8 литров. И это уже высокое дерево. Примерно 1,40 м в высоту. Это довольно-таки крупный экземплярчик в горшочке на 8 литров.
Черенок этого помела был добыт из Риверсайда, Калифорнийский институт по цитрусам. Так что обязательно попробуйте достать или череночки, или уже готовое растение. Помела очень достойный сорт, стоит его вырастить и попробовать. Пробуйте обязательно. Всех обнимаю, до новых встреч. Пока!